Всем привет! За выходные успела скопиться куча крутых новостей, так что будем ее сейчас разгребать. GTA 6 угодила в производственный ад, ПК-бояре ждут ремастер Red Dead Redemption, Sony продолжает издеваться над фанатами, а Microsoft и Sega сделали крутой анонс, но никто не понял, о чем именно. Об этом и многом другом вы узнаете прямо сейчас. Есть во Франции сайт фанатов Rockstar, называется Rockstar Mag. Время от времени они добывают интересную информацию. Обычно это разная мелочь, но последнее их расследование стало настоящей бомбой. Сайт пишет, что после ухода Дэна Хаузера проект попал в производственный ад. Разработку перезапустили, при этом руководство до сих пор не может понять, что вообще с этой игрой делать. Поэтому с 2019 года в студии царит полный хаос, и команде приходится постоянно менять и сюжет, и геймплей. Неудивительно, что анонса нет до сих пор. Его хотели сделать еще в прошлом году, но анонсировать пока просто нечего. Также товарищи из Rockstar Mag подтвердили, что Take-Two создает ремастер первой Red Dead Redemption. Именно ремастер, а не ремейк, как уверяли другие инсайдеры. Про выход на ПК ничего не сказали, но шансов остаться консольным эксклюзивом у игры почти нет. Напомним, что не так давно авторитетный сайт Kotaku тоже сообщил, что в случае успеха ремастера в GTA могут взяться за первую часть RDR. Если все правда, скорого анонса ждать не стоит. На днях разработчики трилогии GTA сознались, что на ее создание ушло целых 2 года. Хотя одна игра, не 3. Есть надежда, что на этот раз справятся быстрее. Похоже, Sony готовится сделать контрольный выстрел в голову фанатам. Всего месяц назад на страничке компании в Steam было указано 44 игры, потом их стало 48, а теперь целых 50. При том, что уже вышедших игр и дополнений всего 30 штук. Даже если учесть God of War и Uncharted, выходит, что Sony прячет еще целую кучу неанонсированных проектов, и среди них может оказаться все что угодно. Bloodborne, Человек-паук 2, The Last of Us 3, God of War 5, ох, что-то мы размечтались. На этих выходных Microsoft и Sega анонсировали что-то эпичное, но никто не понял, что именно. Даже эксперты, которые привыкли переводить с языка маркетологов на человеческий, затруднились объяснить, что к чему. По всему выходит так, что Sega и Microsoft создали что-то, которое займется чем-то, и это будет, ну, просто нечто. Одна из догадок то, что компании решили вместе заняться модной нынче темой метавселенных. На это указывает то, что проект будет глобальный, онлайн, с упором на социальные фишки и будет работать на облачных технологиях Microsoft. Крупнейшее в мире издательство Tencent анонсировало большой блокбастер – Action Honor of Kings World. Трейлер, конечно, постановочный, но похоже, что сделан на основе игровой графики. Судя по нему, нас ждет большой открытый мир в духе Genshin Impact. Игра основана на мобильном хите Honor of Kings и призвана расширить популярную вселенную на новые платформы. За сценарий отвечает известный писатель-фантаст Люци Синь, автор трилогии «Память о прошлом Земли». Если не читали, обязательно зацените. Это самый популярный представитель современной китайской фантастики. Сразу два источника, включая авторитетный сайт Video Game Chronicles, заявили, что следующим Call of Duty станет сиквел Modern Warfare 2019 года. Отряд 141 продолжит войну с колумбийскими наркокартелями. Игра станет более жестокой и реалистичной. Враги будут ругаться нехорошими словами, а если их подстрелить, начнут биться в агонии, орать, хрипеть и умолять оставить их в живых. Также в игре появится гибридный режим в духе Hazard Zone из Battlefield 2042. Отряды игроков будут выполнять задания на большой карте, причем воевать им придется не только друг с другом, но и с кучей враждебно настроенных ботов. Инсайдеры уверяют, что новый режим делают уже несколько лет, и в итоге он заменит привычный зомби-кооператив. Хидео Кодзима заявил, что переделывает сценарий, который написал еще год назад. В своих играх он старается предсказывать будущее, но за этот год мир настолько изменился, что старый вариант сюжета, похоже, стал неактуальным. Поэтому приходится приводить его в соответствие с реальностью. Китайский гигант Tencent покупает владельцев студии From Software, создателей Elden Ring и Dark Souls. Правда, не совсем, а лишь чуть-чуть. Японская компания продаст 7% акций за 250 миллиардов долларов.
Для тех, кто совсем отчаялся, Bloodborne выйдет на ПК 31 января. Правда, не тот, который все ждут, а всего лишь фанатский демейк. К тому же там воссоздано лишь самое начало игры. Издательство Capcom хвастается успехами. Monster Hunter World взял планку в 20 миллионов копий. Продажи серии Resident Evil достигли 120 миллионов. А самой популярной частью стала Resident Evil 7. Ее тираж превысил 10 миллионов копий. А помните слухи о новом Quake? Да, еще с женщиной в главной роли. Возможно, это правда. Судя по вакансиям студии ID Software, действительно работает над неким культовым шутером от первого лица. И на сегодня это все. Ставьте лайки, если видео понравилось. Если не понравилось, все равно ставьте. И пишите в комментариях что-нибудь хорошее, потому что плохого в этом мире и так хватает. До встречи в новых выпусках. Пока-пока!